Утратив искру, мы лишились возможности вернуть нашу планету к жизни. Но судьба в награду подарила нам новый мир, который мы назовем своим домом. Теперь мы живем среди людей, скрывая свое истинное лицо, и тайно за ними наблюдаем, ждем, защищаем. Я увидел, на какую отвагу они способны. И хотя нас разделяют миры, с ними, как и с нами, все не так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд. Я Оптимус Прайм. И я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь. Мы ждем. Свет на недавнюю так называемую активность инопланетян в этом районе. Вы знаете, я считаю, что если бы произошло какое-то вторжение, да, типа инопланетное, власти в этом... нам бы сразу сообщили. Да, точно. Власти дали бы нам знать. Да, это же Америка. Да, это один из признаков того, что мы живем в свободной стране. Здесь ничего не скрывают. Верно. Сразу говорят, да, лежать, руки за голову. У вас голова не такого размера, как по телевизору.